Доброе утро, дорогие телезрители. Мы продолжим знакомить вас с основами социальной концепции Русской Православной Церкви, с важным документом общецерковного значения, принятого на архиерейском юбилейном соборе в августе 2000 года. Третья глава концепции именуется «Церковь и государство». И именно в этой главе говорится о природе государства, о природе церкви и о характере их взаимоотношений, о том, как складывались эти отношения в истории, каковы они сейчас, какими они должны быть в принципе. И вот начинается эта глава с указания на то, что государство – это институция не богоустановленная. Бог не устанавливал государство. Бог создал мир и человека. И первоначальной формой человеческого общежития была семья, под которой, конечно, подразумевалась общность большая, чем современная семья. В ту древнюю патриархальную семью входили праотцы, отцы, родственники, братья и сестры, двоюрные, троюрные, племянники. Это был целый клан, который как бы обеспечивал свое существование, защищался от неприятеля, совместно обрабатывалась земля этими людьми, разводился скот. Вот это была первоначальная форма общения людей. Ну а затем, по мере исторического развития, патриархальная семья перерастает в государство. Если взять книги Библии, исторические книги Библии, то хорошо известно описание патриархального семейного уклада во времена патриархов ветхозаветных. А что касается государственности, то народ избранный обретает эту форму общежития лишь только в эпоху судей. Нужно сказать, что эпоха судей была очень своеобразной и интересной эпохой. Во главе израильского народа не было царя, а избирался судья. Не правитель, некая харизматическая личность. Иногда эти люди были пророками. И в задачу судьи входило управление народом как бы от имени Божьего. Предполагалось, что Бог управляет своим народом. Он есть подлинный правитель. Почему и система, которая заложилась и развилась в то время в Израиле, именовалась теократией, в переводе из греческого «богоуправление». А вот по мере развития общественных отношений и, что самое важное, по мере как бы понижения нравственного уровня людей, по мере сужения религиозной роли и религиозного фактора в государственной жизни, стала и у израильского народа проблема иметь не просто судью, правителя, духовного вождя над собою, но царя, который бы мог организовать, жестко организовать государство, иметь армию, отражать набеги неприятелей, который бы силой своей власти мог ограничивать зло в человеческом общежитии. Когда последний судья Израиля, пророк Самуил, должен был передать бразды правления новому царю Саулу, первому царю израильскому, то пророк имел как бы беседу с Богом. И Господь, обращаясь к Самуилу, говорит ему: «Они не тебя отвергли, они меня отвергли». В том смысле, что ведь прекращается с избранием царя теократия. Бог перестает через судью править своим народом. Несомненно, смена
государственной системы, переход от теократии к монархии означал понижение духовного и нравственного уровня людей. И избиралась система государственная, которая как бы соответствовала меньшему уровню нравственности и религиозности народа. Но тем не менее, государство, которое возникло после грехопадения, создавалось с главной целью, чтобы с использованием силы и власти пресекать беззаконие, грех, преступление. В то далекое время государство носило религиозный характер, имело религиозную природу, и в задачу царя входило светским путем, путем использования светской власти и принуждения останавливать беззаконие и грех. Таково предназначение было государства. Но если говорить о церкви, ведь церковь тоже борется с беззаконием и с грехом. В отличие от государства, церковь не может употреблять физическую силу, власть, принуждение в борьбе с беззаконием. Как бы цель одна и та же, первоначальная цель, стоящая перед государством. Мы не будем говорить о том, какие ныне цели ставит перед собой светское государство, но то государство, которое было создано как бы по воле Божией, хотя и не было Бога установленным, то государство имело своей целью ограждение людей от силы беззакония, греха и преступления силой власти. Церковь имеет своей задачей ограждение людей от силы беззакония и греха, но не властью, не принуждением, а нравственным подвигом через духовное возрастание личности. Вот здесь есть общее между церковью и государством, и есть существенное различие. То, что может государство, не может церковь, и то, что может церковь, не может государство. Именно поэтому церковь и предписывает своим чадам повиноваться государственной власти. Нет власти, аще не от Бога. Всякая власть от Бога суть, говорит нам Слово Божие. Вот иногда спрашивают, ну а если беззаконный правитель, как же ему его слушаться, как его почитать? Ну а если правитель неверующий, а если он язычник, а если он принадлежит какой-то другой вере, как к нему относиться? Слово Божие совершенно однозначно требует от каждого человека, верующего человека, уважения и признания власти, не личности правителя, а института власти, потому что высшим смыслом власти является ограничение человеческого беззакония, преступления и греха силой принуждения, что необходимо для обеспечения общежития человеческого общества. Но в самом деле, как бы мы могли существовать, если бы не было силы, способной ограничить преступление и беззаконие в наших человеческих отношениях? Это беззаконие, это преступление господствовало бы, царствовало, уничтожало бы людей, уничтожало бы добро. В этом смысле государство служит добру. Но, требуя уважения государственной власти, церковь одновременно требует от своих чад разумного отношения к власти. Верующий человек не должен абсолютизировать светскую власть, не должен вести себя таким образом, чтобы давать повод власти господствовать над всем, и над плотью, и над духом. Верующий человек должен точно знать пределы, каковых должна действовать светская власть. И это те самые пределы, о которых мы только что сказали выше. Вот эта идея использования власти для ограждения человека от действия греха в современном государстве уже не работает. Идея не существует. Но тем не менее, нравственная составляющая государства сохраняется и сегодня.
Ведь государство призвано бороться с преступностью и с человеческим беззаконием. А в основе это преступление и беззаконие всегда грех. Значит, государство продолжает как бы предоставленную Богом ему возможность ограничивать беззаконие и преступления человеческие, опираясь на силу. Ну, а церковь имеет только религиозную цель. Задача церкви – возвышение человеческой личности, чтобы вообще не было беззакония, греха и преступления, изменение человека изнутри. Между государством и церковью в течение всей истории существовали разные формы взаимодействия. Мы не будем касаться этой темы. Это очень интересная тема, история отношений церкви и государства. Но скажем лишь только одно. Сегодня речь идет о том, что государство не должно вмешиваться в дела церкви внутренние, как и церковь должна вмешиваться в дела управления государством. Вот это некая автономия существования церкви и государства в юридическом языке означает отделение церкви от государства. Очень важно понять, что есть подлинное отделение церкви от государства. Это не есть отделение интересов. Это не есть всякое и полное отделение функций. Это не есть разрыв всяких отношений и полная изоляция. Совсем нет. Церковь и государство должны взаимодействовать, должны сотрудничать для решения совершенно конкретных целей, но при этом сохраняется автономия одного и другого. Церковь не вмешивается в управление государством, а государство не вмешивается в управление церковью. Именно поэтому духовенству возбраняется принимать участие в делах государственного управления. Священник не может быть министром, не может быть светским руководителем, потому что церковь не должна принимать участие в делах государственного управления. И это, в частности, запрещается церковными канонами. И основы социальной концепции эти каноны приводят. 81-е апостольское правило, 10-е правило 7-го Вселенского собора, 6-е апостольское правило и так далее. Но что касается взаимоотношений церкви и государства, то существует много областей, в которых и церковь, и государство должны сотрудничать. Это миротворчество, это нравственность общественная, это сохранение культурных традиций, это сфера образования, здравоохранения, экологии и так далее, и так далее. И основы социальной концепции прописывают все эти сферы, а также прописывают конкретный механизм взаимодействия церкви и государственной власти. Сегодня 6 мая. День святаго великомученика и победоносца Георгия, покровителя Москвы. В этот день закончилась Великая Отечественная война, Вторая мировая война. Удивительный день. Это и есть как бы день победы. Началась война в воскресенье всех святых в земле российской, просиявших 22 июня 1941 года, а закончилась 6 мая 1945 года в день великомученика и победоносца Георгия, покровителя Москвы. Это великий знак того, что народ наш с Богом вместе защитил Россию со святыми угодниками от вражеского страшного нашествия. И празднуя День Победы, будем помнить об этой великой милости Божией. Господь укрепил наш народ и дал ему силы выстоять. Верим, что и ныне Он по молитвам угодников своих укрепляет всех нас, укрепляет Россию, ибо Господь любит нашу землю, исполненную множеством праведников, святых и угодников. На этом я прощаюсь с вами, и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. Нельзя повторить факт, который происходит, поэтому снимается один раз. Фронтовые кинооператоры.
Великой Отечественной. Самую страшную войну 20 века мы увидели их глазами. Спецрепортаж Александра Островского «Без права на дубль» 7 мая на Первом канале.